На повестке заседания Комитета по градостроительству, архитектуре, транспорту и связи судьба домов на улице Красина и Крабкова. Строения, как отметили депутаты, были возведены с нарушениями или вовсе без разрешения администрации Твери. В случае сноса жильцы, не успев основательно обжиться, могут лишиться крова над головой. Да, понятно, были какие-то нарушения, но они не критические. Любой из этого списка дом можно привести к нормальному состоянию. Но просто идти в суд и представлять интересы администрации города и заявлять требования о сносе жилых домов, ну, на мой взгляд, это, по крайней мере, нелогично. Чтобы разобраться в этом сложном вопросе, депутат Тверской городской думы Сергей Делаков предложил создать специальную рабочую группу. В ее функции будет входить работа с обращениями жильцов, застройщиков и поиск того самого универсального ответа на злободневный вопрос. А чтобы и впредь не заниматься подобными проблемами, уверены депутаты, необходимо создать определенный регламент действий для застройщика, в котором будут прописаны основные законы и нюансы. Если конкретно по каждому случаю человек, заходящий на строительный участок, будет понимать, в какие сроки он получит документы, на каких условиях, не будет такого дальше. Администрации Твери неоднократно выносились постановления о сносе зданий, построенных с нарушением законодательства. Однако, как отметил глава администрации Твери Валерий Павлов, нельзя подходить к решению сегодняшнего вопроса с позиции двойных стандартов. Одно сносить, другое оставлять. Сейчас разговор идет о том, чтобы узаконить. Мы не кровожадные в этой ситуации. Но если мы идем навстречу, как администрация в этих вещах, это попахивает коррупцией. Вы понимаете? Избавьте нас тогда от этого. Создайте комиссию, примите решение, рекомендовать нам вот эти дома узаконить, а вот эти снести. Создание рабочей группы, как отметил Сергей Делаков, действительно помогло бы снять ряд напряженных вопросов. В итоге решено было рекомендовать к сносу только те дома, где есть угроза безопасности проживания. Всем остальным застройщикам будет рекомендовано выплатить штраф, размер которого установит суд. Ряд застройщиков говорит: да мы делаем, мы готовы как бы исправлять нарушения. Никто не говорит, что там без нарушений. Но мы готовы, они готовы исправить. И если это в рамках законодательства возможно, эти исправления сделать, давайте вместе попытаемся помочь. Екатерина Карпова и Виталий Осипов, РЕН-ТВ «Пилот». Вы против?